Для меня в детстве дача – это было что-то самое важное и самое необходимое. И мы поездки на дачу ждали целую зиму. И настал, наконец, этот день. Было солнце. Нас выпустили во двор, прохладно. Бабушка подготовила огромные чемоданы, вызвали такси, подъехало черных две машины, потому что на дачу собирались фундаментально. А потом нас позвали домой. И на всю громкость шла речь Молотова, как потом мы знали. Мы все молча слушали за столом. И в этот день бабушка сказала, что мы никуда не поедем, что вся наша семья будет вместе, все будут заниматься своим делом, и все останемся в городе. Когда уже война началась, нам было интересно, что вот теперь войну мы увидим. Я помню, как женщины взрослые удивлялись с нами, заговорят, а как же тут будут бомбить и все, а вы хотите... А мы говорим, а нам это интересно. Я помню, как я даже картинку рисовала, дома горят, пламя. Вот, ну, у детей понятия свои всегда, да? И мы не боялись. Как-то серьезности этой не могли воспринять и как-то применить эту серьезность как-то к себе. Вылезали на крышу шестиэтажного этого дома, вот где на Петроградском мы блокаду прожили. Щипцами брали эти бомбы, зажигалки и в песок, а там были ящики с песка, с песком. Дружинники с нами, вместе с нами, и они, ну, как бы за нами следили. И мы им помогали. И мы над головами буквально самолеты летали. Зенитки вот так на перекрест ловили их и бомбили. А немцы, летчики немецкие, они выглядывали из кабины, там отодвигали свои... Смотрели, как они это делают. Весь парк был перерыт, потому что... Во всем парке вот, женщины, которые были молодые, призваны в армию, они держали там, хранили эти аэростаты. Потому что когда вечером начиналась бомбежка, прилетали немецкие самолеты, то вот эти женщины в определенное время по расписанию выпускали в небо аэростаты, которые мешали снизиться самолетом немецким, чтобы прицельно спустить бомбы. Ну, днем, как правило, конечно, немцы расстреливали из орудий. Еще были жуткие обстрелы. Вон шкаф этот простреленный, он там осколок пролетел, я не трогаю этот шкаф, он спас жизнь. А так бы этот осколок попал в гратер, его только чуть-чуть задело. А рядом в комнате девочке попал осколок по 17 лет, и вот сюда, вот так вот все вырвало, вот у нее вот это место. Это. Тогда был тот день, был страшный обстрел. Мы сидели с утра и до вечера в коридоре. Дети со всех этажей сбегались и стучали в дверь. Такой-то дом разрушен, такой-то дом разрушен. И мы с мешками бежали, собирали там остатки дров от полов, от стен, потому что надо было чем-то отапливаться и хотя бы тот же кипяток сварить. Потому что во всех домах были печки дровяные, а дров-то не было, чтобы дровяную печку согреть.
она от пола до потолка, нужно много дров. А что могли дети принести? Мешок дров. Этот мешок дров надо было сохранить на всю, ну, как бы на весь день, с утра и до вечера. Обои отвалились в комнате, на стенах иней сверкал. Если пролили случайно воду там, она замерзала буквально, потому что у нас окна были забиты фанерой. Воздушной волной у нас на проспекте Зеленина, там, на Петроградской, там же недалеко от нас, фугасная бомба, видимо, упала мощная. Никто ни улицы не убирал. Транспорта, трамваи не ходили, потому что не было электричества. Какие-то машины, конечно, которые снабжали армию или которые подвозили какие-то там, значит, специальные части для войны, они ходили по улицам, но их было так мало и так редко они ходили. Поэтому все шли, только шли пешком, только пешком. Продуктов не было, а мы фураж, за фуражом стояли длинные очереди. Ночью еще шли, и где-то за Невской заставой, я уж не помню, где этот фураж продавался, дуранду и жмыхи. А дуранда – это плиты такие спрессованные, твердые, они больших размеров, но и потом уже и этого не было, все купили. Мы эту дуранду из подсолнухи даже так грызли иногда, какой-то вкус у нее был. Но горчичница, она горькая, она ужасная. И нам ее есть не хотелось. Но потом, когда уже ничего не стало, и это мы съели, и рады были всему. Купить было уже нечего. Наш кот Барсик сидел на печке. Он тоже страдал, голодал, и ему было холодно внизу. И в один прекрасный день он упал с печки. А потом нам дали косточки и сказали, что это зайчик. Но мы знали, что мы съели нашего кота Марсика. Это первый кот нашего детства. Я его помню всю жизнь, этого котика. Нашего любимого Марсика. В самую голодную зиму, когда мы с братом ходили в булочную, в 6 часов магазины открывались тогда, в 6 часов утра. И мы старались, чтобы скорее в эту очередь, не дай бог, не хватит хлеба. Вот. И брат, вот Анатолий, он пошустрее был немножко. Он больше ходил, чаще ходил. Ну и я тоже. По очереди как-то. Еще мальчишки, так те упражнялись тем, что хватали с весов этот хлеб. Его бьют, а он себе в рот засовывает. Пусть бьют, как хотят, но ему только бы в рот засунуть этот кусочек хлеба. Самое важное. У мамы была проблема. Вот эти маленький кусочек хлеба, что выкупить было очень трудно. Сестра уходила рано, и мама возвращалась от работы, и вот она делила нам по кусочку хлеб. А мы смотрим, и каждому кажется, что у кого-то другого кусочек побольше получился. И ничего не скажем, только слезы начинают капать с глаз. Я представляю, как маме было трудно, что... Вот каждому кажется, что ему меньше осталось. Но мы никогда не говорили, только плакали. Страшнее всего было потерять маму. Это были жуткие часы, когда мама вовремя не приходила. Мы вот в этом кресле скручивались комочком, брали мамино платье. Оно пахло мамой,
и обливались слезами. Так ждали маму. И когда раскрывалась дверь, мы бежали, все в слезах. И мама почему-то говорила: «Господи, что у меня за дети? Ну что вы ревете, как белуги?» Уже 13 января ночью мама нас будет. «Дети, дети, вставайте, папа умирает». По-польски мы говорили всегда: «Татус умирает». И вот пришлось вылезти на этот мороз из-под теплого одеяла. Мы собрались вокруг папы. Мама дала ему в руки образок. И вот этой иконкой папа нас перекрестил. «Дети, я вас благословляю во имя Отца и Сына и Святого Духа». И больше он уже ничего не сказал, а мама разрешила нам бежать в постели, и мы как можно скорее опять упрятались головами под одеяло, только мама около папы осталась. И вот уже под утро мы вдруг услышали громкий плач мамы, что папа умер. Пусть теперь все погибнет, пусть тебе война уже никогда не кончится, пусть мы все умрем. Матка Найсвятша, до сердца твоего мечем болести вскрозь пришите. Наши родные, они нас спасли тем, что они умирали в начале месяца. Карточки уже были на них, но они умирали. Вот отец 7 января 42 года. Его рабочая карточка, это 250 грамм тогда, наверное, было хлеба. Рабочая карточка оставалась для нас. Мы хлеб получали на него. Это очень многие так делали, потому что, ну, какой выход? Или умирай, или будь честным, да? Ну, в общем, так как была очень холодная зима, и он у нас лежал в комнате замороженный. Вот на стульях, на каких-то мама накрывала его, и он с нами. Мы не боялись, дети даже, мы не боялись, что у нас вот мертвый папа. Как-то, может быть, даже не могли осознать даже этого. А два брата маленькие, ну, там норма хлеба была поменьше, но это два равно одной рабочей карточке. Тоже 250 грамм. Это в феврале месяце. 7 и 9 февраля они умерли. Тоже вот в эту страшную зиму. И они валетом мама их положила, тоже простынкой обернула, и тоже вот так лежали. И потом мы их уже выносили. Сами уже были близко смерти. Я думала, что я была на границе смерти и жизни. Потому что мама потом рассказывала, что когда она возвращалась с работы, то она уже почти уверена была, что Ядя умерла. Я помню, мама говорила: «Яденька, умереть чего? Мама, я жить-то». Вот удивительно, что дети знают о жизни. А ведь так хотелось жить. Умирать очень не хотелось. Походы с мамой за водой на Неву. Они были, вы знаете, они были
Это я сейчас скажу что-то парадоксальное, но они были замечательны. Это было так красиво. Белое пространство, черные силуэты и малиновый-малиновый закат за синий горизонт. Мы ходили всегда во второй половине дня, уже когда был закат, в 4 часа уже был закат. И вот эта красота, она стоит передо мной до сих пор. Это красота трагедии. А красота, она вне войн, революций и каких-то человеческих отношений. Она сама по себе царит во все времена. Большинство католиков, которые верили в католическую церковь и, так сказать, соблюдали все порядки и соблюдали праздники, то в воскресенье, как положено, все с утра шли в костел на Ковенском проспекте, потому что остался в нашем Ленинграде только один костел на весь город. В этот костел собирались в основном женщины, потому что все мужчины были призваны в армию, а женщины собирались, приходили, располагались там в стульях и молились, пели мессу от начала до конца. Мы ходили на Ковенский, в эту маленькую капличку, и там мне было 7 лет, брату меньше, и мы на коленях там стояли, в этой маленькой капличке, и молились. Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Все ура кричали, обнимались. И, в общем, радовались, конечно, что уже какое-то наметилось, какое-то жизнь уже, жизнь. Когда кончилось, сняли блокаду, эти слова до сих пор звучат. Этот день войдет в века. И так рефреном повторялось неоднократно. Этот день войдет в века. Очевидно, так сейчас и происходит. После войны на праздники было столько народу в костеле, что люди на улице стояли, было не войти. Да, очень много народу было, ходили. И помню, как первый праздник, мы вернулись в 46-м году, и первый праздник усопших, когда процессия шла вокруг костела, ну, черная процессия, и священник на каждом повороте молился за погибших во время войны, за погибших блокаду, как все люди плакали и рыдали. Это так было, всем наболело на сердце, что это были сплошные рыдания вот, при воспоминании, что молимся за умерших. Наверное, не было одного человека, которому не о чем было плакать. Все рыдали, и большие, и маленькие.